Традиционная комбинированная полицейская эстафета, которая в этом году проходит уже в 16-й раз, в первую очередь призвана напомнить о тех, кого больше нет. О служителях закона, отдавших свои жизни, защищая родину и покой сограждан. Каждый раз здесь вместе с участниками соревнований самые близкие ушедших. Их дети, жены и матери. Мама замкомандира ОМОНа Сергея Певцайкина, погибшего в 2006 году во время службы на Северном Кавказе, вспоминает, каким был ее сын, и подмечает: в их семье есть достойное продолжение. Не забывают. А когда не забывают, значит, они живы. 13 раз он ездил в Чечню со своим отрядом. И дал такие черты для своего сына. Он окончил военный институт в Питере. Закончил очень с хорошим результатом. Служит тоже родине. Каждый из сегодняшних полицейских хорошо знает имена тех, кто погиб, выполняя свой служебный долг. И для каждого ушедшие коллеги – герои и, пожалуй, главный нравственный ориентир. Героические примеры наших доблестных защитников еще больше укрепляют наше стремление честно и добросовестно выполнять поставленные перед нами служебные задачи – сохранять мир и целостность отчизны. Верность присяге и офицерская честь являются высшим образцом для поддержания будущим поколением сотрудников органов внутренних дел. Почтим их память минутой молчания. Головные уборы снять! Команд участниц эстафеты становится все больше. В этом году их 16. К коллективам всех территориальных отделов полиции присоединилась команда отдельной роты конвойной службы, сборной патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб. Всем им предстояло преодолеть 11 этапов. Первыми стартовали ветераны. Пробежав круг, они передали эстафету девушкам, чья задача как можно быстрее зарядить патронами магазин пистолета Макарова. Еще один непростой этап – бег с утяжелением. Дистанцию преодолевали в шлеме и бронежилете, и с грузом. Соревновались и в переносе человека на медицинских носилках. Давай, давай. Нервное напряжение сказывается. И некоторые сотрудники... Давай, догоняйся. На одном из этапов поднимали гири, на другом состязались не только в скорости, но и в меткости стрельбы из пневматического пистолета. Оценивалась и скорость сборки пистолета Макарова. В программе эстафеты также был бег с барьерами и полоса препятствий. На этих соревнованиях полицейские показывали практические навыки, необходимые при несении службы. Все эти непростые испытания правоохранитель обязан уметь с легкостью преодолевать. Данная эстафета и все этапы, они включают в себя служебно-прикладные виды спорта, которые связаны помимо с физической нагрузкой разной, где-то там гиря, скоростные качества в беге, так и выполнение нормативов, которые сотрудники выполняют на работе. Это снаряжение магазина, работа с оружием, стрельба та же самая, перенос ранен, также физическая нагрузка. Быстрее всех с испытаниями справилась команда отдельного батальона Саранской патрульно-постовой службы. Серебро у Ордатовского межмуниципального отдела полиции. Тройку лидеров замкнул отдельный специальный батальон ДПС республиканского МВД. Ирина Семенова, Сергей Соколов. Народные новости.